Привет, друзья! Это Выживатор, и я продолжаю выживать в игре Subnautica. Я приплыл в эту зону для того, чтобы попробовать найти медь, потому что меди у меня очень мало, а она нужна для изготовления оборудования для зарядки энергоячеек. Так, решая одну проблему с транспортом, заполучив себе циклопа в пользование, я столкнулся с другой проблемой. Обеспечение ее передвижения, ну, этой субмарины. Обеспечение ее энергией. И надо сказать, что эта проблема меня немного затормаживает. Ну, то есть мешает мне достаточно быстро перемещаться. Теперь придется во многих местах основывать аванпосты с зарядными станциями и тому подобное. О, слушай, интересная штука. Что это такое? Это фрагмент двигателя циклопа. Он мне не нужен. Зато здесь есть кварц, который можно бурить. Отлично. Впервые вижу залежи кварца, кстати, в этой игре. Ранее всегда кварц был в каких-то, ну, вот таких маленьких вкраплениях. Это немного обнадеживает, потому что, возможно, я найду точно такие же жилы меди. А, это что? Модификационная станция у меня есть, окей. Вот этот камень, возможно, медь, я не знаю. Надо посмотреть. Кварц мне тоже нужен, но его, наверное, придется перевести частично в стекло, потому что его у меня много здесь на циклопе. Медь, а? Серебряная руда. Ну, серебряная руда тоже нужна, конечно. Серебряной руды у меня довольно много. В любом случае, это, скажем так, это полезный ресурс, но он тоже в больших количествах нужен. Но меди у меня вообще нет. Поэтому я надеюсь, что я здесь и медь тоже найду.
тут главное не упасть вниз, потому что какая бы глубина ни была у меня максимальная, в некоторые пропасти лучше не падать. На, держи. Блин. Место хорошее. Здесь залежи кварца, это прекрасно. Залежи — это всегда круто. Это всегда круче, чем по одной штучке вытаскивать. Ух ты, семерка. Я вот про семерку не помню, слушай. Что-то здесь есть. Да, я здесь не был. Я перепробовал все. Сгорели контуры ситуационного анализа на изготовителе. Я едва ли могу произвести даже самые простые материалы. Нужна батарея? Вот, держи детскую игрушку. Нужно оборудование для погружения? Держи лабораторное. Проголодался? Дай-ка я превращу этот фрукт в труху. Остался метод проб и ошибок. Буду нажимать все кнопки подряд. Должно же, наконец, выйти что-нибудь полезное. I've tried everything. The analysis circuits on the fabricator are fried. Can barely manufacture the most basic of materials. Want a battery? Here, have a children's toy. Need deep-sea diving equipment? Have some lab tech. Hungry? I'll turn that fruit into dust for you. Going forward with trial and error. I hit every button here, it's got to make something useful eventually. Интересно, почему так много спасательных шлюпок не сработало? Что за оборудование у Альтера такое? Далековато я ушел. Держи, ящерка.
огромное дно, ничего не видно. Похоже, пропасть, что ли. Даже несмотря на то, что у меня две ячейки забиты под броню, они меня довольно прилично покусали. Надо срочно ремонтироваться. Там еще растение плюется вдобавок. Дряни всякой, блин. Что-то здесь, кроме кварца, похоже, больше ничего нет. Вот это да. Я пришел, вернулся, но похоже, что здесь нет меди. Ну, зато здесь есть много-много кварца. Но здесь мне больше делать нечего, я думаю. Столько кварца мне не нужно. Thank you.
Ну что ж, зато мы набрали еще всякой ерунды бесполезной. Вроде кепки, машинки. Ну, жаловаться грех, зато очень много руды раздобыли. Так, а давай будет у меня здесь серебро. А здесь будет золото, потому что довольно-таки распространенный металл. И в моей ситуации уже недостаточно иметь общий ящик для драгоценных камней. Vital signs stabilizing. В целом неплохо. Нашел много серебра, нашел много золота, кварца. Ну, немного золота и много кварца. Это хорошо, но мне нужна медь. Поэтому продолжаем путешествие. Слушай, а тут какие-то руины. Обломки. Надо бы исследовать. Наверняка здесь есть что-то интересное. Engine powering down.
Там вон как какие-то фрагменты краба, это хорошо, рубины есть и так далее. Ну, круто, круто. Вон там тоже вроде бы что-то есть. Надо сходить. Только надо проверить. Я отсюда, если выйду с крабом, я не свалюсь никуда. Ну, так. Ну да, вроде бы все нормально должно быть. Хорошо. Да. Место хорошее, светлое днем. Вот эта штука нужна. Однозначно. Шикарно, шикарно. Теперь я могу делать теплоэлектростанции. На вулканах, рядом с вулканами и так далее. На гейзерах. Это очень круто, это очень сильно упростит мне жизнь. Оба-на. Слушай, ты иди отсюда, куда-нибудь в другое место. Я тебя не знаю и знать не хочу.